Приветствую всех! У нас завершилась благотворительная лотерея, где призом станет домашний декор «Ловец солнца» – витраж Тиффани из морских стеклышек. Билетики уже все выкуплены. Тиражная комиссия у нас будет также по-прежнему генератор случайных чисел. Напомню, как выглядит данный приз. Это замечательная ювелирная работа мастерицы Екатерины Шельгиной. Вот так вот выглядит приз. Просто великолепная. Очень красивая работа. Сами ссылочки на Facebook странички Екатерины Шельгиной, нашей мастерицы, я оставлю в ссылочке в описании. К ней вы сможете обратиться за приобретением ее вот таких вот замечательных работ. Также у нее есть аккаунт на сайте Etsy, где вы можете получше рассмотреть ее работы. Катенька, у тебя настолько замечательные работы, что просто моему восхищению нет предела. Они просто восхитительны, изумительны. Это такая тонкая ювелирная работа. Это такие красивые изделия, что действительно просто нельзя оторвать глаз. Все ссылочки на Катю, на аккаунт Катерины на этом сайте Etsy, на аккаунт в Фейсбуке я оставлю внизу в описании под видео. Также хочу поблагодарить Екатерину за ее предоставленную одну из работ для моей лотереи. Спасибо тебе, Катенька, большое. Успехов тебе в развитии, в творчестве. Пусть твои все изделия, работы продаются на ура. Благодарю тебя и спасибо еще раз большое. А теперь давайте перейдем к самой лотерее. У нас выкуплено 106 билетиков. И теперь я перехожу на сайт «Генератор случайных чисел» и выбираю диапазон от 1 до 106. И мы сейчас узнаем, кто станет победителем. Нажимаю «Сгенерировать числа». И у нас выпало число 61. Смотрим, кто стал победителем. Обладателем 61-го билетика. Так. Мамчур Александр выкупил билетики номер 41-65. Александр, поздравляю, вы стали победителем такого замечательного приза. Я думаю, что вы будете просто очень довольны этому призу, и он будет достойное место займет у вас в квартире и будет радовать глаз. Спасибо вам за участие в лотерее. Участвуйте, выигрывайте. Всех хочу поблагодарить. Спасибо вам большое за поддержку, за вашу помощь, за то, что участвуете в моих лотереях. Это и интересно, и можно попытать удачу и выиграть такой вот ценный, прекрасный приз. Александр, ваш приз отправит вам сама Екатерина из Одессы 11 сентября, так как сейчас она находится в отпуске и в разъездах. Вы мне напишите данные, куда вам отправить, и я эту информацию перекину для Кати. Для всех тех, кто не успел поучаствовать в этой лотерее, у вас будет возможность поучаствовать в следующей лотерее, которая уже запускается на днях. И розыгрышем в следующей лотерее будет одна из моих работ, одна из моих картин, которые я сейчас также продаю. Вот эти 4 картины, которые сейчас продаются. Их я также буду выставлять в благотворительной лотерее, где победитель может выбрать одну из этих 4 работ. Так они выглядят вот покрупнее. Малиновые большие цветы, так они на стенке выглядят. Вот замечательная картина «Сказка», так она выглядит на стенке. Освещение у меня немного желтоватое, и поэтому картина, она впитывает в себя немного окружающий цвет, да, какое вот есть освещение. Так, прекрасная картина «Маки» на серо-синем фоне. Так, она немного дальше выглядит. И вот большие маки. Тоже они будут участвовать
лотерея. В общем, 4 этих работ, моих картин, будут участвовать в следующей благотворительной лотерее. Также по желанию вы можете купить одну из картин, которая стоит 1000 гривен, каждая из них. И победитель может выбрать одну из 4 картин. Все ссылки на мои группы в Фейсбуке, в Одноклассники, где будут посты о лотереях и вся информация, я оставлю внизу под видео в описании, а также ссылочки на Екатерину. На этом все. Всем спасибо, кто участвовал в лотереях, кто не участвовал, а просто так поддерживал безвозмездно, либо материально, либо делал репосты, делился информацией, приглашал своих друзей, знакомых. Спасибо всем вам за это огромное человеческое, искреннее большое спасибо, за то, что вы не проходите мимо и как-то участвуете, помогаете, поддерживаете. Благодарю вас всех, всем желаю удачи, успехов. Любите друг друга, будьте добрее, говорите почаще друг другу хорошие, добрые, теплые слова. До новых встреч, увидимся, пока-пока.